Отто Марселус ван Скрик, один из представителей голландского натюрморта Золотого века, родился около 1619 года. О происхождении и формировании ван Скрика мало что известно. В 1648 году он отправился в сопровождение художника Матиаса Витхаса в Италию, где художник работал у великого герцога Фердинанда II Медичи. Там он встретил Вильяма ван Алста, с которым подружился. С не позднее, чем до 1652 года работал в Риме. В 1657 он вернулся в Голландию с Вильямом ван Алстом и поселился в Амстердаме. Кроме того, он путешествовал по Англии и Франции. Как пишет Хаубракен, вначале отправился в Англию и Францию, где он, поступив на службу к вдовствующей королеве, получил у нее жилье, стол и жалование в один пистоль за 4 часа работы в день. Он служил и у великого герцога Флоренции, посетил Неаполь, Рим, где с ним подружился Гильельмо, Вильям ван Алст, который не только стал его учеником, но и участником общих проказ. В Бенте, колония голландских художников в Риме, он получил прозвище «Ищейки», потому что он повсюду выслеживал и ловил силки, змей, ящериц, гусениц, пауков, бабочек и писал их в окружении экзотических растений и чертополоха. После того, как он утолил в волю страсть к путешествиям, он снова вернулся на родину. Ван Скрик сначала рисовал натюрморты с пышными букетами цветов. Позже стал рисовать насекомых и рептилий. Именно это помогло ему получить известность и признание. Как и многие голландские художники, он не мог остаться в стороне от цветочной лихорадки и в начале своей карьеры писал натюрморты со сложными букетами. Из своих странствий в Голландию он привез новые идеи. Одна из них – натюрморт с элементами пейзажа. Его считают родоначальником стиля лесной натюрморт. Это изображение сценки на природе с растениями и мелкими животными, чаще всего на фоне вечернего пейзажа. В отличие от других художников, писавших подобные натюрморты, Отто Марселус чаще всего изображал рептилий, змей, лягушек и ящериц. Прибыв вместе с Вильямом ван Алстом в Голландию, Отто Марселус ван Скрик поселился под Амстердамом, где приобрел небольшое имение Оттеррейк, царство вод. Завел в нем, пользуясь обилием воды, террариум на открытом воздухе, в котором стал содержать насекомых, пауков, змей и тому подобных представителей низшей земной фауны. Те из них, которые были уже одомашнены, на ночь забирались в его рыбацкую лодку или подвешенную рыболовную сеть.
а некоторых он приносил прямо в дом, и они даже спали на его кровати. Эти интересные сведения дошли до наших дней благодаря французскому путешественнику де Монконь, посетившему художника в 1663 году по пути в Мидлбург к знаменитому натуралисту и мастеру цветочного натюрморта Йоханнесу Гударту. Во время Третьей англо-голландской войны, когда в коалицию с Англией вступила и Франция, а армия французских захватчиков подошла к 1672 году к Амстердаму, вынужденные защищаться голландцы открыли морские шлюзы. Дом и участок художника были затоплены. И хотя вскоре после окончания войны местность была осушена, Отто Марсеус ван Скрик продал в 1674 году свое имение в Оттеррейк за 1100 гульденов. Из составленной в 1678 году нотариальной описи имущества видно, как много было у художника этюдов с натуры с изображениями мелких тварей и экзотических растений. Картины Марсеуса ван Скрика хранятся во многих европейских музеях и коллекциях, причем половина из них, помимо подписи, имеют и дату создания. Цветы, бабочки и змеи, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. Куст лопуха, Саратов, Государственный художественный музей имени Радищева. Жизнь обитателей каменного грота, чертополох и насекомые, змеи, ящерицы и насекомые, все три в Шверине, Государственный музей. Уголок леса со змеями и бабочками, Гаага, собрание Лугда. Уголок леса с тремя змеями и чертополохом, Париж, Лувр. Маки, чертополох, бабочки, змеи и ящерицы, Берлин, Государственный музей, картинная галерея. Натюрморт со змеями и бабочками, Берлин, охотничий замок, Грюневальд. Цветущие маки и мелкая живность. Гамбург, Кунстхалле. Лесная поляна. Амстердам, Рейксмюзеум, Роттердам. Музей Байманса ван Бёнингена. Голубой юнок, жаба и насекомые. 1660-го. Шверин, Государственный музей. Уголок леса со змеями и грибами. 1662-й. Брауншвейг. Музей герцога Антона Ульриха. Уголок леса. 1663. Копенгаген. Государственный музей искусств. Уголок леса со змеями и насекомыми. 1665. Гаага. Мориц Хейс. Уж, ящерица и бабочка. 1669. Шверин. Государственный музей. Змея у птичьего гнезда. 1671. Дрезден. Картинная галерея старых мастеров. Бабочки и ящерицы. 1671. Харьков. Художественный музей. На лесной поляне. 1673. Кембридж. Музей. Фицуильяма. 1675. Ганновер.
музей земли Нижняя Саксония, картинная галерея, грибы, лягушка и травяной кузнечик, 1676, Шверин, Государственный музей. Уже из названий этих произведений видно, что Марселус ван Скрик показывал растения и животных в той же природной среде, что и в их жизни на воле. Представляя драматические коллизии, происходящие в природе, эти композиции несут в себе аллегории жизни и смерти. Так, например, в дрезденской картине мы видим, как бабочки собирают нектар с цветов мака. Черный дрозд, поймав одну из них, кормит птенца. Другого птенца заглатывает, подползая к гнезду змея, на которую, в свою очередь, охотится горностай.